Пассажирский поезд США сошел с рельс. 8 человек получили травмы. Транспорт перевозил почти 200 людей и врезался в водовоз. Поезд ехал из Калифорнии в Сиэтл. Пострадавших сразу доставили в больницу. На место происшествия незамедлительно прибыли скорая помощь и пожарная служба. Поезд врезался в цистерну с водой. В результате сильного удара с рельсов сошло около 10 вагонов. Этот маршрут железной дороги был временно закрыт. Выясняется, что стало причиной аварийной ситуации.